Давайте в нее палку кинем и убежим. Ну, как обычно это делают маленькие. Подносерим немножечко и убежим. Иди сюда. Какой ты мощный, а, великан. Ребята, всем привет. Мы продолжаем играть в спор. И, как вы помните, мы выбрались наконец-таки на сушу, где мы сможем сделать свое гнездо. Ну, гнездо-то мы, в принципе, уже сделали. Вот я яйца, видите, катаю свои. Точнее, не свои, а тут кто-то наложил своих яиц. И теперь можно гонять в футбол этим яйцом. Ладно, вернем на базу. Тихо-тихо-тихо. Вернем на базу. Ну, вот так вот. Пойдет. Тут вот уже кто-то романтики хочет, у кого-то сердечки над башкой крутятся. Но мы в эту романтику не будем ввязываться пока. О, фруктики. Давайте сидим. Я же типа всеядный, я же все могу есть. Ну что ж, давайте мы походим здесь по территории. Посмотрим, что нас окружает. А, у меня рук нет, я хотел палочку взять. У меня ж рук еще нет. Вот ёшки-матрёшки. Так, соседи, здорово. Давайте знакомиться. Как ваши дела? Эй, дружище. Ух ты, какой ты стремноватый. Слушай, у тебя даже ног нету. Это еще кто? Вы встретили представителя другого вида. Кто это? Новый друг или заклятый враг? Выберите режим и приготовьтесь петь или рычать. Ну, давайте, наверное, мы будем с ним петь, потому что вроде безобидное существо. Так что давайте мы с ним задружимся. Так, что я делаю? Я танцую, кажется. Воу-воу-воу-воу. Брейк начинается. Мощно, 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 вы посмотрите. А эти что за чудики появились тут? Я не понял. Блин, я допедрил. Это вызов подмоги был. Так что я вызвал подмогу, это мои типа собратья, которые совсем на меня не похожи. Так что давайте с этими знакомиться. Так, запоем? Ребят, давайте поем. О боже. Чуваки, вы думаете, это нам поможет? По-моему, вы очень жестко напугали нашего соседа. Короче, я в итоге один зазнакомился с этим чуваком. Отлично, вы заслужили награду. Скоро мозг существа увеличится, и оно станет умнее. Ну, конечно же, я все в один сделал. Те чуваки что-то нарычали и убежали. Вот это, конечно, подмога, блин. Так, подожди. Давай еще. Еще. Давай, что тут? Кокетство. Не, кокетать я с тобой не буду. Кокетствовать. Ну. Давай, я тоже пою. Огонь. Смайлик изменился на такой, с нейтрального на синенький, улыбчивый. Ну все, Чунгачкок, мы с тобой типа теперь друзья. Ладно, я пошел там знакомиться с другими. Ты если что, не обижайся. У тебя ног нету. Что за дискриминация? О! Ты кто такой? О, да ты с ногами... У тебя нос как у меня, точнее у тебя это... Сосулька? Ну-ка давай зазнакомимся с тобой. Так, пением давай займемся. Пока что ты нейтрален. Блин, тут две позиции знакомства у нас с тобой. Две песенки надо будет пропеть, типа, да? Опачки. Награду получил, смотрите какой. Ой, что это? Новый фрагмент. Меня всегда удивляли эти комментарии. Чем больше существ или скелетов ты достанешь, тем больше фрагментов ты получишь. И тем лучше фрагментов я получу. Ну, конечно. Я больше не могу дружбу поднять. То есть у нас вот такое вот состояние вопросительного знака. Ладно. Это максимум для этих существ. И кажется, мне надо где-нибудь поесть. Где же мне поесть-то? А, вон, фрукты вижу. Оп. Давай-давай, нитро врубай. Хаваем фруктики. О, как вкусно-то. Как ты хомячишь. Интересно, что же это за фрукты? Я бы тоже такой поел. Ёкарный. Ты чё такой лупоглазый? Будешь знакомиться, а? Да давай, не с цикой. Давай знакомимся. Я думаю, что это последний сосед, с кем я тут песенки пою. Найдем каких-нибудь дерзких типов. И отвоюем у них территорию. Так, ладно, ребятки. Я пойду вон туда, к вопросительному знаку. Поищу фрагментики еще новенькие. Блин, так крыльев не хватает вообще. Меня всегда прикалывало... В споре летать. О, зубастик. Или этот глаза твои. Нет. Нафига ты присоску на башку одел? Хотя нафига я яйцо на башку надел? Так что мы с тобой практически одинаковые. Но я пришел у тебя отобрать вот эти кости. Так, есть фрагментик. С тобой знакомиться не буду. Ну-ка, пойдем туда. Ух ты, нифига себе, сколько тут валяется-то. Добра. И никто это не берет. Вон там еще есть кусочек.
Ну-ка давай сальтуху, как ты умеешь. Сальтуху. Давай. Ну! Рожай! Да вперед! Чё-то не хочет. Стесняется, что ли? Ты стесняешься, что ли? Во, наконец-то сделал, блин. Еще уговаривать надо. Где я тут еще фрагменты видел? О, гусеница. Ух ты ж, ё-моё, как сороконожка. Какой ты стрёмный. Блин, где тут кости-то я видел? Кости, кости, кости. О, это, похоже, будущие наши улитки. Или какие-нибудь слизни. Как они от меня шарахаются. Конечно, я такой здоровый по сравнению с ними. Я думаю, что у нас уже достаточно фрагментов. Пойдемте на базу и попробуем немного эволюционировать, что-нибудь приделать нашему персонажу, нашему в прошлой жизни микробу. Так, готовим гнездо. Присели. А вон там шишечка появилась. Ха, да не, шучу, яйцо. Итак, мы очутились в редакторе. Я чуть ноги не оторвал сразу же своему существу. У нас появились руки. Давайте лишнее вообще уберем. Вот это что у нас? Это для кокетства, по-моему, если я не ошибаюсь, нам нужно. Давайте лишнее все вообще убираем. Переработаем полностью нашего существа. Всего два позвоночника у нас осталось от прошлого существа. Сейчас я начну переработку, а вы уже увидите конечный результат. Ну что, ребята, вот такое вот недосущество у меня получилось. Даже с какими-то странными такими мышцами. Прозрачными, видите, так все интересно. С горбом немножечко. Здесь у меня типа пулеметы, это плевки. Они, короче, будут стрелять, если надо будет кого-нибудь атаковать. Рот, конечно, у меня открывается вообще очень широко, как будто я словно сейчас свои глаза схаваю. Вы посмотрите, он такой довольный, он вообще мега счастливое существо. Я таких еще не видел, слушайте. Особенно, когда я ему эти плевки еще приделал, так он так орал. Это просто он визжал, можно даже сказать. Ладно, назовем мы его... Топтун 2.0. 2 точка, а тут точку можно ставить, интересно? Точку, нет, точку нельзя. Запятая 0. 2, запятая 0. Пойдет. Как они няшно улыбаются. Так, я сейчас еще мелкаш. Очень мелкий мелкаш. Так, мне сейчас нужно у матери обучиться всяким разным штукам. Например, кокетство. А еще, видите, у меня травинка там висит. Это вместо цензуры. Мало ли, вдруг у него там что, вываливается. Так, кокетство мы научились вроде бы как. Дальше. Эй, маман, учи меня, что дальше делать? Воу, плевки. Вот они, наши пулеметы-то работают. Ага, мамаша довольна. Слушайте, я как будто что-то там, не знаю. Достижение какое-то сделал просто нереально. Так, мы выросли. Вот, блин, я теперь прыгать не могу. Фигово. Ладно, ребят, пойдемте посмотрим еще новые какие-нибудь предметы. Только вначале я где-то видел здесь палку у меня. Хочу палку взять. Все-таки палка это еще то средство в борьбе против своих врагов. Ладно, найдем где-нибудь по пути. Блин, в темноте, конечно, шарится вообще как-то не огонь. Опачки, че ты на меня рычишь? Забавный ты, конечно, тип. Но выглядишь ты немного как макака. Чувак, может ты мне фрагмент новый дашь? Давайте попробуем свои пулеметы здесь на нем. Ладно, ты будешь первым испытуемый. Не обессудь. Давай, стреляй. Опачки. Сейчас как на меня банда нападет. Так, надо следить за здоровьем. А где у меня здоровье? А, вон, выше. Так, 1, 4. Давай, давай, давай. Давай. Чуть-чуть осталось. Несмотря на то, что у нас было меньше здоровья, мы все-таки осилили. Осилили этого чудика. Захаваем его. Восполним здоровье, которое мы потратили. О, палка. Палку бери. Отлично. Теперь у нас есть палка. И что же я могу сделать с этой палкой? Ну, например, вот так вот. Лови палку! Апорт, конечно, не сработал. Ладно. Хорош уезжать, а. Пойдем отсюда. Такое ощущение, что я к каким-то ешакам зашел. Серьезно. О, здорово. Здорово, как у вас дела? Хочешь палку? Давай, апорт. Лови палку. Оу. Прям промеж глазом он выпал. Дружище, я не хотел. Я чисто за фрагментами зашел. Так, возьмем палку.
Лови! Бедолага. Не хочет ловить палку. А может, он тот словит? Блин, это, конечно, забавно выглядит, и в то же время их так жалко. Пришел какой-то мутант и начинает их тут мурыжить. Так, нашли еще парочку фрагментиков, пойдемте вон туда. О, кто это у нас там? Чего? Старейшина Мо. Ну-ка, старейшина. Что ты нам расскажешь? Забавный, забавный типок. Слушай, ну, походу, из фрагментов я у тебя здесь ничего нового не вижу, так что я пойду дальше. Ты мне не интересен. О! Ну-ка, пойдемте туда, где огонек вон там. Точнее, красный дымок. Что это у нас там? Эй! О, знаете, похоже, что я сейчас буду летать. Я знаю, что на гейзерах можно летать. Ну, они подкидывают как бы вверх так. А вот эта штука я, конечно, не знаю, но вроде похоже на то, что я тоже могу взлететь. Оу, полетели. И можно рассмотреть территорию вокруг. Ну, в общем, вот такая вот прикольная штука. Ладно, потом еще вернусь сюда покататься. Я здесь просто вижу еще фрагменты. Допустим, вот. Это что, страусы, что ли? Эй. Нифига себе ты полетел. Слушай, у тебя крылья есть, да? Значит, ну-ка. Это крылья? Эльфушка. Блин, нет, эльфушка мне не нужна. Дружище, извини, мне нужны крылья. Нифига себе, смотрите, там какие здоровые паукообразные чуваки. Блин, они жесткие. Я вернулся. I'll be back. Снимай свои крылья, или тебе будет плохо. Это знаете, как Терминатор. Мне нужна твоя одежда. Не хочешь, как хочешь, давай по-плохому. Давай. Мы помощнее должны быть, чем эта птичка. Что-то мне на плевок больше не хватает, слушайте. А, плевок, наверное, то, что близко эта птица ко мне подошла. Блин, ну вот как... Я вроде как крылья хотел, а получил какой-то лепесточек. Ну, нафига он мне сдался вообще? Ой, какие вы здесь вообще... Че вы меня так встречаете? Чайку бы хотя бы предложили, я не знаю. Смотрите, какие они вообще. Прям насторожились. Летучий рыбал... Кого? Рыболоп? Ой, чувак, я не хотел тебя кусать. Ну, раз началось, давай мы тебя съедим. Так, и как раз отведаем мясца. Давно мясцо не ели. А, где у нас еще фрагментики были? Фрагментики у нас были вроде бы снизу еще. Кстати, поселок-то мой называется Вадик. Это самое первое имя нашего микроба. Ха, прикольно. Какое странное сооружение. Интересно. А, во, вот они, эти типы паукообразные. Ну-ка, я могу на него толкнуть? Нет. К сожалению, я не могу толкнуть эту фигню, чтобы она на него грохнулась. Давайте подойдем к нему поближе. Дружище, привет. Ой, да у тебя руки есть. Вроде он безобиден. Да, ты же безобиден? Ну, вроде да. Палку не сожрал, значит, я могу подойти. Как твои дела? Ладно, не будем с ним интрижку тут мудрить. Не будем знакомиться. Пойдемте дальше собирать. Опачки. Опачки, опачки. О, посмотрите, что это за горилла пронеслась. Что у нее на заднице? Какие-то иголки. На чё ж ты сел? На ежа, что ли, сел? Что у тебя на заднице иголки? Ну, где здесь еда есть? Я чё-то проголодался. Ребят, у вас есть что поесть? Здорово. Лови палку. Блин. Я буду, короче, теперь ходить везде и всем палку кидать. Да. О, грибочки. А, нет, это дерево такое. Блин, я уже думал грибочки поесть. Хотя, почему нет? Я же вроде могу это съесть. Так, хватай вот это вот. Давай, сбивай. О, молодец. Эволюционируешь на глазах. Прям догадался, что нужно кинуть палку и потом только съесть. Давай, хомяч. Голодуха ты моя. Голодуешь, голодуешь. Ну, конечно, путешественник как-никак. Здорово, ребят. Ух ты, что это такое? На кого ты похож? Лови палку. Воу, посмотрите, что там. Чувак, короче, не до палки сейчас. Я хочу вон ту птицу здоровую, жирную. Блин, это что за курица такая летает, а?
Блин, она очень здоровая. Причем у нее крылья на башке прикреплены. Они не от туловища идут, а... Знаете, это, по-моему, уши. Круто. Давайте в нее палку кинем и убежим. Ну, как обычно это делают маленькие. Поднасерим немножечко и убежим. Иди сюда. Какой ты мощный, а, великан. Ой-ой-ой, злобный. Лови подарок. Вот, я тебе подарок принес. Подожди. Вот, я подарок тебе предлагаю. Не хочешь подарок? А чё? Крутой же подарок. Ну на, возьми подарок. Опачки. Не-не-не, дружище, подожди. Ты чё делаешь? Отпусти меня. О, всё. Да кидай ты ему палку, да убегай от него нафиг. У-у-у! Офигеть. А я тебе хотел палку предложить, ну-ка. Ладно, хорошо, что он не съел. Ой, кажется, ему не нравится. Надо валить отсюда. Ладно, дружище, хорошо, что ты такой дружелюбный. Откусил у меня там часть головы. Блин, почему ты... Ай, ладно, все, пошли отсюда. А то он сейчас еще нас догонит. О-о-о-о! Ты что, лезгинку танцуешь? Или это брейк был? Нижний брейк, походу, слушайте. Фу-фу-фу-фристайла. Ой-ой-ой, какой ты злой. Ой-ой-ой-ой, все. Обидели мы его, палку мы ему предложили. Я вот тут вот у тебя косточки украду. Так, а мы в ту сторону побежим. Ты что, за мной теперь будешь так ходить? И я как бы питомца не хотел заводить. Ну, раз ты настаиваешь, то я не против. Ох, как распушились-то у тебя ушки-то, а? Милашечка ты мой. Слушай, а ты не мог бы не петь? У тебя это плохо получается. Отстань от меня. Все, вроде отстал. Ночь наступила. Он улетел спать. Не, я бы, конечно, себе хотел такого питомца огромного. Че, ходишь, всех вырубаешь? Это что за Angry Birds недоделанный? Это реально Angry Birds. Ребята, кажется, у них ногти не подстрижены. Да, вы посмотрите, что у него с ногтями. По-моему, они воспалились. Ладно. С такими инвалидами мы дружить не будем, пойдемте дальше. Конечно, я сам тоже не лучше выгляжу. У меня там вон вообще красные воспаления тоже по коже пошли. Ой, блин, вызов подмоги сделал. Кто же ко мне сейчас прибежит? Не ту кнопочку случайно нажал, но ничего страшного. Что за тараканье прибежал? Реально тараканы какие-то. Чуваки, надо было вас на того гиганта вызывать. Блин, они прикольные. Мне нравятся эти чуваки. Пойдемте кого-нибудь съедим. Вот, например, вот этих вот. В атаку! Нападайте на них. Давайте, грохайте их. А я издалека буду стрелять. Так, там фрагмент есть какой, не? Че, все, боитесь, да? А-а-а. Ладно. Фрагмента мы здесь, конечно, никакого не получили. Зато ДНК получили, слушайте. Это уже достижение. Тут, в принципе, либо петь, либо драться. Что-то одно из двух. Чтобы получить ДНК. А если я пойду покупаюсь? Тут у нас вот море есть недалеко. Обратно в микробы хочу вернуться. Давайте-ка в воду нырнем. А, кстати, да. Если мы далеко заплывем, здесь должна выплыть какая-то рыба огромная и съесть нас всех. Вот она, смотрите. Ох, какой здоровый монстрюган, а. В глубине материка водятся очень опасные существа. Не уходите далеко от берега. В общем, вот такие вот делышки.